Хочу выразить свои огромные благодарности всем бустерам, которые меня поддерживали. А также хочу выразить огромные благодарности крупным донатерам Сергею Бурмистрову и Завхоз. Также хочу вам порекомендовать подписаться на мой телеграм-канал. Приятного просмотра! Когда-то все феи были большие. Самое начало это был новинка этот короткометражного мультика. Инопланетяне пришелец Мими появились своей рукой. НЛО прилетел на кнопку. Фантик и полуночная фея играют прыгает на клавиатуру. Дрема, бусинка и буковка появились для феи мерцания. Как фей пошел свое домой. Фантик и полуночная фея, как скучно это права. НЛО вернулся на фею мерцания, но в следующем кадре прилетел на планете. Ух ты, какое модное, это был три пришельца. Как Фантик и полуночная фея получает пятерочку. Ничего себе, какое-то это планета. Почему появились два пришельца-разбойники? Как полуночная фея, если что-то будет дерево на планете? Если поймает для два пришельца. Машина ехать скоростью слишком быстро. Почему полуночная фея какое так веревку, так камеру для шпионов? И тоже так поставил на вторую серию удивительного цифрового цирка. Аккуратно, машина это дерево. Сломался на машину, но в следующем кадре Фантик убьет на два пришельца. Фантик вернулись полуночная фея. Мими говорит свое Фантика. НЛО прилетел как слишком быстро. Кукла сломалась как грустно. Как бусинка грустной истории разбилась куклу, и бусинка это так плакать. В этот мультик закончился в короткометражку. Полуночная фея, ты нашлись! Да! Скоро приеду! Отлично, вот такие этот короткометражный мультфильм, так как понравился, дело анимации 3D. И также поздравить вас с днем памяти и скорби 22 июня. Тогда подпишитесь на наш канал, пишите ваши комментарии, смотрите скоро на последнее из всех видео. До свидания и смотрите наше новое последнее видео.